вижу сквозь потоки времени и пространства. Все пути вели к этому моменту. Не знаю, заслуживаю ли я прощения за то, что сделала. Но Вселенная точно ни в чем не виновата. Пришло время покончить с этим. Ну что ж, мои дорогие друзья, давайте покончим с этим. Танисом на позициях, и мы никуда не уйдем, даже не проси. Ну так что, каков план? Амун укрылся за энергетическим барьером. Кристаллы пустоты делают его практически неуязвимым. Но в них же его слабость. Когда кристаллы отдаляются от Амуна для перезарядки, их можно уничтожить. В одиночку нам их не разрушить. Здесь его сила слишком велика. Вы еще моей силы не видели. Мы разрушим барьер. А потом я покончу с этим. Хороший план для последнего свидания, милая. Выдвигаемся. Ну что ж, мои дорогие друзья, нам дали Керриган. Смерть Амуна близка. Знаете, я вообще слабо представляю, сколько у нее всего. У нее автоматические экстракторы. Ее все круто. Кристаллы пустоты вращаются вокруг Амуна, создавая защитный барьер. Высшей точки своей орбиты они поднимаются над поверхностью. Тогда их и можно уничтожить. Ну что ж, давайте посмотрим, что... Начинается последняя битва. Разлом, минус им. У него довольно шустро восстанавливается энергия, я так посмотрю. Нифигово шустро. Создание Амуна. В пустоте. Сила его очень велика. Он будет постоянно атаковать нас. За последние... Небесное сияние исцелит мои раны. Она стала дико читерным персонажем. Да будет так. Серьезно, дико читерным. Скоро мы сможем атаковать первый кристалл. Мои воины готовы вступить в бой. Меня зовут. Куда тебя зовут? Это мое бремя. Кристалл пустоты. Посмотрим, что я смогу сделать с кристаллами с помощью открывшейся силы. Конструкция боли. Ее можно убить, только убивая саму себя, получается. Меня зовут. То есть она отвечает нам ровно тем же, чем... Мы в нее вливаем, тем же она нам и отвечает, я понял. Я не подведу. Ладно, давайте развивать дальше. Ну что ж, минус один кристалл, я так полагаю. Смерть Амуна близка. Согласен с тобой, Керриган. Она действительно где-то рядом. Серьезно, рабочие мутируют подвое? То есть это у нас дофига рабочих стало? Первый кристалл разрушен. Барьер слабеет.
Офигенно. Рабочие мутируют под воду, это просто круто. Я, правда, не знаю, зачем нам на самом деле вообще какие-то юниты. Но если есть такая возможность, я буду пробовать мутировать во что-то более интересное. Ладно, надо вот сюда вот продвигаться. Моя судьба теперь ясна. Есть еще один кристалл на данный момент. Ну что ж. Я не подведу. Вины теперь, кстати, вырабатываются отдельно. А, давайте мы переведем сюда рабочих. Возьмем газилку, тоже поставим. А кто из вас собирался ставить базу? Хату нашу? Ракашки! Ей! Создает много мимимишных юнитов. Это мое время. О, мы можем делать истребление, отлично. Начинается последняя битва. Давайте я атакуем эту гадость. Их страх. Это мое время. Давай не допускать смерти Керриган. Было бы не очень хорошо. Да будет так. Я думаю, подходя, мы можем спокойно я контролировать. Отлично. Меня зовут. Замечательно. Начинается последняя битва. У нас тут нарисовался кристалл. Мои ребята о нем позаботятся. Давай, позаботься, друже. Я надеюсь, как говорится, на тебя. Оу! Конструкция ярости! Ай-яй-яй-яй! Как она меня тут... Нельзя медлить. Убанул, да? Да будет так. Так, атакуем. Рейнер тут собирается познакомиться с кристальчиком. Это мое бремя. Так. Дэшка. Атакую врага. Замечательно. Замечательно. Все круто. Говори. Рейнер, давай. Рейнер, мужик. Воу. Меня зовут. Через центр лучше не проходить, я понял. Да будет так. Недостаточно энергии. Как гадость уничтожу сейчас. Замечательно. Я не подведу. Моя сила... Замечательно, она, кстати, подхиливает еще моя и остальных юнитов. Моя судьба теперь ясна. Меня зовут. Почему именно в Керриган? Нет, не в Керриган. Умри. Замечательно. Да будет так. Начинается последняя битва. Так, надо все-таки эту гадость уничтожить. Она не уничтожила всех наших юнитов. Так. Ну, по крайней мере, дружественных юнитов, скажем так. Давайте экстракторы установим. И сделаем два рабочих. Попутно сделаем хату выделим. Замечательно. И... муталиски. Не хватает надзирателей. Не хватает надзирателей? Ты смеешься, что ли, надо мной? Давайте надзирателей сразу. Штампуем. Наши войска. Много-много-много надзирателей. Так, что у нас здесь по кристаллу? Нельзя медлить. О, добили еще один кристалл. Твои кристаллы не спасут тебя, Амон. Весна враг атакует ум. Черт, плохи дела. У нас тут под ногами земля трясется. Я вижу множество вселенных. Будь я проклят. Амун только что вырвал землю прямо из-под моего командного центра.
И как мы должны с этим сражаться? Но я думаю, что ты что-нибудь придумаешь. Если мы хотим выжить, придется построить несколько баз. Со временем он доберется до всех нас. Это да. Пусть нападает. Рой к этому готов. Так. Рой-то, может, к этому и готов, но, думаю, надо будет что-нибудь сделать полезное. Я только сейчас заметил, что здесь опять-таки тоже есть база. И я все время забываю выделять наших юнитов. Давайте сделаем. Следующий кристалл уже близко. Высылаю войска на перехват. Не нужно. Так, вот смотрите, вот здесь есть еще один разломчик такой. Нужно его тоже уничтожить. Да будет так. Я думаю, что это будет хорошо. Давайте. Меня зовут. Мы же тем временем пойдем повыше и уничтожим все оставшееся, что там вообще есть. Так. Бамс на пятерочку все-таки выделил. Давайте сделаем это в виде гидры опять-таки. Меня зовут. Атакуй, дорогуша. Кабум! Моя сила безгранична. Это да. Ты не будешь решать нашу судьбу. Моя сила безгранична. Охренеть! Фига он тут наварпил. Начинается последняя битва. Фига он тут, ребят, наварпил. Меня зовут. Все будут едины со светом. Жесть. Во-во-во. Это мое время. Не-не-не-не. Охренеть. Фига он там наварпливает, я просто прифигеваю. Столько жести. Хотя давайте, стоп. Я неправильно поступаю. Во-первых, мне нужно больше каких-нибудь веселых юнитов. Типа гидры, например. И делать ее сюда. Так, хорошо, пересечение сработает. Улучшать не забываем в эволюшене. Так, стоп, если я раскачиваю гидру, мне нужны дальники. Кристалл пустоты снова рядом с нами. Рейдеры, давайте уничтожим его. Отлично. Это жестоко. Это очень-очень-очень жестоко. Так, Сара возрождается. И мы выходим. Я совершенно. Да, ты действительно совершенно у нас, все дела. Выглядишь просто отлично. Я не подведу. Так. Улей. Теперь вы можете мутировать в пронзателей, зашибись. Оу, он построил еще одну. Не очень хорошо. Начинается последняя битва. Враг атакует улей. Так, я так полагаю. Это будет так. Оу. Вниз. Моя срочно. Судьба теперь ясна. Откуда их здесь столько наварпилось? Непонятно. Меня не остановить. Враг атакует улей. Близится новая эра. Как закапываемся. Атакуйте эту гадость. Наши рабочие атакованы. Начинается последняя битва. Мистер... Жесть, Кириган опять что ли убьют? Нельзя медлить. Не хотелось бы. Меня зовут.
Так, замечательно. Нельзя медлить. Носуй. Кристалл пустоты приближается к моему нексусу. Мои воины уже в пути. Так. Все, конечно, замечательно. Говори. Только вот мне это нифига не нравится. Передо мной раскрылась бесконечность. Ирвин, ты где вообще? Улучшение. Да будет так. Приди к нам сюда, пока нас не убили. Улучшение завершено. Замечена сейсмическая активность. Похоже, Амун решил напасть на мой нексус. Как он выжил? Смотрите, 11 кп. Моя судьба теперь ясна. Так, выкопаться. Пронзатели определенно крутые. Передо мной раскрылась бесконечность. Пронзатели определенно крутые. Меня зовут. Где-то он опять на нас нападает. Месторождение. Надо шустрее делать. Керриган, будь начеку. В следующий раз Амун наверняка нападет на твой улей. Говори. Да, хотелось бы. Минералов выработано. Так, ладно. Да будет так. Давайте быстро закопаемся где-нибудь вот здесь. Минералов выработано. Смерть Амуна близка. Так, уничтожаем всю гадость, которая здесь есть. Недостаточно энергии. Оу. Недостаточно энергии. Тихо, тихо, тихо. Твое время прошло. Вы мне тут не это. Не выпендривайтесь, так сказать. Меня зовут. Отлично. Я не подведу. Наши войска атакованы. Месторождение минералов. Выработан. Я чувствую, что Амун переключил внимание на рой. Мы должны эвакуироваться, пока он не ударил. Так, ну надеюсь, он не успеет туда ударить. Смерть. Больно. Будет больно. Ведь чуть-чуть не доделается, а. А, нет, только базу. Отлично. Говори. Тогда отлично. Еще один кристалл направляется к нам. Мои ребята уже в пути. Передо мной раскрылась бесконечность. Давайте, быстро. Сюда. Нельзя медлить. Бить кристалл, давайте. Близится новая эра. Не тормозите. Улучшение. Что у нас здесь летает? Новые какие-то вещи. Это мое время. Так. Давай, Керриган. Моя сила безгранична. Недостаточно энергии. Я вас воскрешу, ребята. Главное, убейте кристалл. Ты не будешь решать нашу судьбу. Недостаточно энергии. Я чувствую их страх. Отлично. Амун, ты слабеешь. Великолепно. Наши рабочие атакованы. Что там у нас происходит? Передо мной раскрылась назад. Бесконечность. Так. Производим больше рабочих на пофиг. Смерть. Обидно, конечно, но в принципе нормально. Так, что у нас здесь есть? А, так, дальнего уровня нужен улей. Но улья-то у нас нет. О-во-во-во-во-во-во. Раз, давайте тогда мутируем в улей. Наши рабочие атакованы. Быстро, шустро. Наши войска атакованы. Так, плеточки. Плеточки. Враг атакует улей. Вот раньше ты этого сделать не могла. Так, БЕ.
И все израсходовано. Атакует улей. Близится новая эра. Возвращаемся обратно. Так, собираем ули. Наши рабочие Терочку. Атакованы. Что тебе нужно? 3 из 7 пока уничтожено. Нельзя медлить. Да, медлить действительно нельзя. Я не подведу. Так. Один из вас надо развить. Улучшение завершено. Хотя лучше все, на самом деле. Мало ли что мне пригодится. Так, хорошо. Нужно? Давайте лингов сделаем for fun. Фига, они все быстро появляются. Меня зовут. Так, нужно убить вот эту гадость всю. Да будет так. Выкапываемся. Бежим, 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 бежим. Надо как-то пробежать сюда вот. И закопаться. Ай, больненько. Моя судьба теперь ясна. Недостаточно энергии. Отлично. Конструкции боли почти уничтожены. Я вижу. Так. Наши войска атакованы. Давайте, давайте, давайте. Больше гидры. Больше дешевой, качественной гидры. Множество вселенных. Нельзя медлить. Так, копаемся. КСМы, всем покинуть базу. Тут сейчас все обрушится. Начинается последняя битва. Так, 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 так. Нужно все меня это зовут. Дело вырубить. Надеюсь, успею. Нет, пак. Черт, Перриган убили раньше. Ё-моё. Это еще что? Опять что ли захватил? Наши войска атакованы. Гад. Так, один здесь, нам нужен какой-то более крутой воздух и более крутая земля. Нам нужно больше, Веспена. Наши войска атакованы. Так, давайте больше рабочих, больше пронзателей, окей. Тем не менее, наши пронзатели как-то еще справляются вот здесь, тем не менее. Главное, что их не палят. Я совершенно. Ну, теперь палят. Непонятно, только почему их не палили до этого, но окей. Атакует улей. Где вы прикалываетесь? Серьезно. Хотя это бесполезно уже на самом деле. В каком-то смысле. Понятно. Говори. Окей. Все? Отлично. Передо мной раскрылась бесконечность. Где у нас хоть что-нибудь полезное? Да будет так. Так. Я их искал. Гады. Где вы были? Почему вас не было рядом? Наши войска атакованы. Да вы были так нужны мне. Передо мной. Так, окей, добываем. Добываем, добываем. Не стоим, ребят. Не стоим. Занимаемся чем-нибудь полезным.
Близится новая эра. Я не подведу. Так, отлично, ладно. Хотя бы так. Умри. Хотя бы так она действует замечательно. Меня не остановить. Так, 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 давай, почти. Это мое время. Разлом закрыт. Замечательно. Нельзя медлить. Здесь, правда, более наглый уже разлом появился. Создаем здесь юнитов. Хорошо. Мне нужно что-то типа ультралистков уже. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Амун готовится ударить по моему Нексусу. Будь осторожна, Керриган. Твой Юлий наверняка следующий. Время прошло. Я это запомню. Это мое время. Что тебе нужно? Так, пробегаем. Это мое время. Меня зовут. Начинается. Главное, чтобы Керриган выжила. Так. Начинается последняя битва. Нельзя медлить. Я не подведу. Недостаточно энергии. Давай. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Я не подведу. Хреново. Моя сила безгранична. Но, видать, не так сильно безгранична, как ты думала. Я чувствую их страх. Недостаточно энергии. Да будет так. Ну, начинается последняя битва. Очень атакованы. Не хватает надзирателей. Недостаточно энергии. Ну. Враг атакует Улей. Не успеет она убить его. Слишком далеко он. Враг атакует Улей. Меня зовут. Смерть Амуна близка. Атакую врага. Моя судьба теперь ясна. Так, давайте. Что тебе нужно? Атакует Улей. Атакованный. Не хватает надзирателей. Атакую врага. Так, где там? Враг. Что там вообще делаешь? Атакует Улей. Меня зовут. Атакую врага. Это мое время. Так, восстановились. Отлично. Начинается. Давайте уберем с нашей битва. Базы этой эту гадость всю. Нельзя медлить. Наши войска атакованы. Я не подведу. Я вижу множество вселенных.
О, привет, Намон. Ты не будешь решать нашу судьбу. Нельзя медлить. Передо мной раскрылась бесконечность энергии. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Бегите, ребята. Да ё-моё, хорош убивать ее, серьезно? Ты, мать, ты издеваешься. Хорошо. Как и ты, я стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Так. Что по поводу защиты, друзья мои? Нужно что-то более интересное. Совершенно. Так. Надо как-то вот сюда пройти. Уничтожить эту гадость, если честно. У меня пока нет мыслей по поводу того, как это сделать. Да будет так. Так, 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 так. Нельзя медлить. Бегом. Я вижу. Говори. Моя судьба теперь. Так, 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 так. Нужно больше. Кого еще? Кого скушали? Начинается последняя битва. Я вижу, что тебе нужно. Говори. Меня зовут. Так, давай, тиран Рейнера, давай, 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 Рейнер. Да будет так. С одной базы не ок добывать, на самом деле. А, поэтому надо еще поставить. Атакованный. Нельзя медлить. Меня не остановить. Умри. Смерть Амуна, блин. Что? Я вижу множество вселенных. Говори. Давайте, 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 ребят. Я чувствую их страх. Заставлю твоих союзников страдать. Пошел ты. Я не подведу. Да будет так. Нельзя медлить. Что? Нам нужно больше, Леспена. Моя сила безгранична. Так, 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 так. Меня не остановить. Что тебе нужно? Страдать он моих союзников заставит. Ах ты тварь. Я не подведу. Мой командный центр вот-вот будет уничтожен. Сара, у нас кончается время. Вот. Улучшение. Что тебе нужно? А, то есть за ним все-таки можно лететь, что ли? Я что-то как-то не думал об этом. Говори. Да, Рейнеру как-то не очень повезло, и всех его рабов тоже к фигам убили. Интересно, сколько у него сейчас юнитов. Что тебе нужно? Она у нас тоже является частью летающей. Нельзя медлить. Не летает.
Чувствуешь, Амон? Близится твой конец. Так, быстро. Надо было сразу выходить через... Атакованный. Мега-имбо-воздух. Меня зовут. Нельзя медлить. Моя судьба теперь ясна. Быстро, 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 быстро. Где последние два? Я не подведу. Да будет так. А, тупые колоссы. Меня не остановить. Минус. Да будет так. Отлично. Похилили всех. Бегом, 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 бегом. Продолжаем производство муты. Нам нужно больше Веспена. Так, нельзя готовимся медлить. Разрушить эту крепость. Моя сила без... Я вижу множество вселенных. Начинаем. Отлично, минус еще говори. Одна. Шикарно. Смерть Амуна близка. Давай, давай, Рейнер, давай. Я вижу множество вселенных. Все видят множество вселенных. Ты не одна такая. Нам нужно больше Веспена. Ну вон Веспен как бы производится. Начинается последняя битва. Так, главное аккуратно это сделать. Я не подведу. Хорошо. Уничтожать еще вот эту конструкцию. Моя сила безгранична. Твое время прошло. Отлично. Меня зовут. Давай, 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 давай. Забираемся повыше. Она как колосс. Начинается последняя битва. Может путешествовать. Моя судьба теперь ясна. Не хочет. Меня зовут. Я не подведу. Конструкция боли. Да будет так. Так. Начинается последняя битва. Да будет так. Моя судьба теперь ясна. Что передо мной раскрылась бесконечность. Недостаточно энергии. Отлично. Меня зовут. Недостаточно энергии. Минусим. Быстро, 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 быстро. Нельзя. Передо мной. Нам нужно больше Веспена. Так, забиваем. Нельзя медлить. Его. Месторождение минералов выработано. Амун обратил взор на мой последний Нексус. Воины, эвакуируйтесь, пока не поздно. Последняя битва. Так, давай, давай, твое давай, 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 прошло. Давай, давай. Близится новая эра. Кто ты на самом деле, Керриган? Ты не герой света. Ты не цнем. Душегуб. Амуна близка. Нет нужды сражаться. Все наши страдания и смерти будут преданы забвению. Ну что ж, у нас особо нет выбора. Начинается последняя битва. Атакованный. И вот мы уничтожаем последний. Умри. Наконец-то барьер пал. Ну что ж, конец. Да будет так. Все кончено, Амун. Ты лишь продукт порочного цикла. Всю твою жизнь тобой манипулировали. Ты ничего обо мне не знаешь.
И мне нет дела ни до вечного цикла Зелнага, ни до твоей мерзкой лжи. Я выбираю свободу. Свободу для всех нас. Как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора. Джеймса Рейнера больше никто и никогда не видел. Его значок нашли в баре у Джо Рея на Марсаре. Под чутким руководством императора Валериана Менгска и адмирала Мэтью Хорнера Доминион вступил в новую эпоху благополучия и мира. Зерги под управлением своей новой королевы Загары силой захватывают системы вокруг Чара. Верховный вождь Аларак и верные ему Талдаримы отказались от союза с объединившимися протосами и покинули Айор, чтобы найти новый дом. Несогласные с ним Талдаримы получили единственный шанс вступить в ряды тамплиеров. Ученые доложили об аномальном восстановлении жизни на когда-то заброшенной планете в противоположной части сектора. Причина этого явления неизвестна. Ну вот и конец, мои дорогие друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это прохождение. Ну а Blizzard'у я хочу сказать большое спасибо за такую замечательную игру. За то, что они вернули Сару. Вернули ей возможность жить нормально. Но чего я им, наверное, никогда не прощу, это смерти Зератула. К сожалению, этот герой для меня с детства был одним из самых хороших персонажей в игре, но почему-то Blizzard все-таки решили его убить. Что ж, с вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо и пока-пока.